первым номером в конкурсе выступит участница из Швеции Мими Санден. Две ее старшие сестры Молли и Фрида уже успели спеть на детском Евровидении в 2006 и 2007 годах. Теперь семейную традицию продолжает младшая Санден. Мими 13 лет, она учится в Стокгольме в 8 классе музыкальной школы. Конкурсную песню Мими сочинила сама. Но помогал ей известный шведский композитор Александр Кромлунд, который, кстати говоря, написал знаменитый хит для самой Бритни Спирс «Oops, I did it again». Ну, а песня Мими называется «Ты», и она про любовь, конечно же. Ну что ж, берегись, Бритни Спирс, Мими идет.